Школа начинается со спортзала. Вольдемар доволен. Вольдемар доволен? Да. Короче, вы гуляете. Вольдемар... Хочешь, давайте диплом выдадим. Я не знаю, как это сделать. Короче, гуляйте пока, я подсоединюсь скоро. Ну, пока гуляйте, гуляйте. Да, да. Тебя освоить. Так, туалет нам не интересно, я думаю. Спорт юх, то. Вон насадки для клюшек, для этого. Для футбола. Валяется, да? А? Весь кабр валяется. Ну, может, это самое основное, что-то самое новое. В большинстве, забрали, да. Да, а так... Покажи, дай, подсвечу тебя. Обновленная татушка, повернись. Ну как обновленная, она в процессе, поэтому сейчас еще нет смысла. О. Это душевая. Пока еще сложно сказать, что она обновленная. Раздевалка или что-то? А, это причиндалы, короче. Ну да, я уже демонтажит. А? Че там? Потом туда спустимся. Отлично. Пойдем в школу, бай, да? Да-да. Ну да, уже демонтировать можно. Самое основное, естественно, здесь металл первым делом. То, что можно сдать, создают, а остальное уже просто... Ну, это класс, еще даже с мебели. Что-то за пульт какой-то. Странный, да. Старые газеты. Зачем тебе водяр? Астрономия он. О, смотри. Что ты там увидел за аппарат? Ну ничего себе. Какое-то давление масла чего-то там проверять. Не знаю, кто знает, что за агрегат, пишите. Слышишь, он тут, блин, как он, блин. Ты видел, да, плакат? Астрономический. Это, ладно, это орудие пыток. А? Это орудие пыток. Наверное. Не, наверное, точно, на эту резьбу сажали кого-то. Ты в курсе? Тебя пытали такие? Катушка для демонстрации магнитного поля. Но, к сожалению, ничего нету. Есть какая-то... А вот, наверное.
для измерения термического, прибор для измерения термического коэффициента сопротивления проволоки. Ну как. Какое-то училище даже, походу, было, или школа, я не пойму. Столько всяких разных приборов. Диафильмы. Что-то там показано, короче. Еще какие-то счетчики, амперметры, вольтметры. О, 1888 год. Ножка упала. Человек хотел красивый кадр сделать. Ну так поставь его. Да, уже, блин. Вон ножка. Давай я тебе помогу. Ладно, оставим так. Слушай, короче, да. Хабра нормальная здесь. Ну, потому что, как бы, да, столица не... Давай, иди сюда, мне надо. Встанешь с плаката. С каким плакатом? Хочешь сфоткать? Да. Химия. О. Да, кабинет химии-то обнесли. Помните время, когда преподаватели учили? От весов. О, вот это было в каждой школе, в химическом кабинете. Володька, я нашел золото. Золото, золото, золото. Смотри, в графине золото. Отлично. Вот, вот тут всякие. О. Вот, вот, вот это ямка. Вот это да. Припои, флюсы, паяние. Слышишь? А. Это лаборатория химреагентов. Нет, это школьная химия. Да я понимаю, что школьная. Это как она называлась? Блин, я не помню. Ай. Я не знаю, мои... Реохим. Аммоний хлористый, алюминий хлористый. Железохлорный, короче. Вот. Камешки какие-то. Полезные ископаемые, коллекция. Я сам уже слышишь, как ископаемые. Вот я говорю, вот если это было бы где-нибудь близко к столице. Ой, все бы раздербанили давно. Все бы разломали. А тут еще может можно было прийти. Ну да. Вот в школе доставляли там. О, еще какие-то аппараты. Там. Учили на эту таблицу. Че? Таблицу Менделеева. Конечно, учили. Надо все химия. Блин, сохран, конечно, офигенный. Да. Даже я бы сказал, лучше, чем в этом в Куэту был. Вот я тоже сравнил, сейчас сравнил с Куэту. Там похоже, вот сохран. Теперь пойдем через подвал.
Ты видел там эту дверь такую железную, в подвал? Мы через её... Гермушечка. Вон, 2016. Ага. Пока сама поднимешь, что тут есть, 16. Что ли? Да. Ничего, мы нашли 1888. Да, там календарь 88 года. 1888. О, гермуха. Угу. Ну тут, скорее всего, эти как они были? ГТО или как эти? За... Гражданская оборона занять. Блин, даже какие-то соленья. Такие в школе. Горшочек вари, горшочек не вари. Мой горшок не ходи. Кладовка. Тут для того целый лабиринт. Ну да, слышишь? Еще не добрались, на удивление. О! ГП-4У, блядь. Че? Ну, лящик, что ли? А не, там уже фильтр уже. Борода. А, что ты там нашел? Ох! На секе. Позвоните, позвоните. Ну что, как он говорит? Так, дальше попробуем обраться чутка. Там берцы новые есть. Кто? Вон берцы новые. Ой! Да. О! Че я нашел? Убирайте стружку крючком, это неинтересно. Нужны берцы? Дай-ка себе это закрой. О, поставь. Вальдемар. Ты топчешься. Что я топчу? Я знаю, где я топчу, я вижу. Поднимай таблички. Да эти такие, беспонтовые. Что там, подожди, нет. Осторожно, электропогрузчик. Бля. Правительство. Что это там? Столько просто противогазов гниет. Блин, у меня когда-то комп был еще с таким, я помню, как Моником, компакт. Такие, раньше вот такие экраны, я по такому мечтал на то. У меня был когда-то комп старый вообще. Я видеть такие не видел. Как бы не самый первый, но такой Моник у меня был. Я такие Моники видеть не видел. А сейчас уже находишь это просто где-то на заборах, вспоминаешь, о, ничего себе. Позвони мне. О, Володя, ты смотри просто. У меня вот, какой там он, 628. Или 6, да, 628 вот панельки. У меня было, Nokia. У меня этот тоже был. У меня из этих телефонов, наверное, все были. Эриксон, он 628, я говорю, помнишь, съемные панельки. Калькуляторы такие, блядь. Ну, калькуляторов я таких даже, наверное, не видел. Нифига, сука. Хабара, реально. Нам сюда, давай сюда поменяем. Туда? Там что-то вроде какие-то, что-то есть. Что-то песком тут все или засыпано, или... Ребята! О, вот тут уже запах. Подгнившего.
Блин, не провалиться бы тут. О, вот они. Гражданская оборона. Уставы. Так. Блин, не вступить бы тут никуда. Блядь, опять длинный видос получится. Два спилина, две части. О, тир. Нормально. Серьезно так обучали. Да даже кто-то стрелял. Пульками. Ну да. Так вот, просто огромное стрельбище представляете. И стол для настольного тенниса. Да. И тут несколько даже. Такой же поросший звездной болезнью. О, такое. Вы понимаете, что же это все? Наушник прошел. Говнищ. 50 килограмм. А вот были бы вы 50 килограмм, вы бы тоже прошли. Ну так как... Давай вылазь. Ай, как плохо иметь большой рост. Да что ж ты будешь делать? Я говорю, что во всем есть где-то в большом росте, где-то в маленьком. Ну? Нету золотой середины. Иногда хорошо иметь большой рост. Да. Тебя забрасывать в эти самые хорошо. Тут уже что-то попустее. А что тут? Какой-то... Даже не знаю, что за помещение. Пиамелис. Да, хорошо. И питаюсь. Ну, учительская. У меня школа была попроще. Нифига у них под этот ксерокс даже вытяжка, что ли, или это просто? Еще 2015. Короче, непонятно, когда она закрылась. О, директор. Сейф. Пустой. Издутый пол. Блин, по-моему, куда-то сбежал от меня. Ну, бухгалтерия. Ну, тоже пусто. Mm-hmm.
Давай пой тогда уже, чё вылез на сцену. Русская и советская литература, учебник для, для хрестоматия, для лу. Ооо! Очередь, о! Двинься! Я же говорю, очередь. В очередь. Давай, Билли, заряжай. Аппаратуру. Я потом фотки, короче, мне на Инстаграм. Извини, братан, ты предлагаешь сам по себе. А? А? Чё ты сказал? А я что-то сказал? Да, давай крути, блин, там эту штуку. Чё? Заряжай пленку, будем кино показывать. Заряжай, я умею, думаю. Я даже не представляю, такие аппараты, как они вообще работают. Что здесь что-то? Ну это пустое, тоже пустое. Сейчас пойдем в другую часть. Данный товарищ тут совсем не разрешит. Уй. Ты тут бухал, походу. Да, на детский размер. Как бы бухал, там инстаграмщик. Контрольничек горит. О, даже свет есть. Прикольно. А, блядь, это не дошло. Ну, куда? Куда? Пусто. А что он? О. Типа химками... Или это кухня? Что это? А, это, наверное, девчонок учились здесь готовить. Так это училище больше, не? У нас в школе было так, парни ходили там на труды, а бабушка не лежали. Потом мы все это вместе... Да я, кстати, никогда, ни разу у девчонок в трудовом кабинете не был. Нет, у нас у них готовили, потом мы вместе дружно это все хавали. О. То есть мы сами скидывали по продуктам. Бах, да. Вот это тоже важно. Я бы тоже важно. Ну, похоже. Звезда тут. А, бомжатничек устроил чуть-чуть. Блин, вообще странно, я даже ни одного дачла еще не видел. О, огурчики, кто будет оленье, оленье. Хотя бы у меня лучше будет, блядь. Гарстом помидоров на голове. Если что, мне не было лучше, короче. Все для хорошего контента. Вы поговорили. Мы поняли друг друга, кстати, без слова. Иногда не надо.
разговариваю, просто посмотрели, как кто-то говорит. Давай даже такая уже. Детский сад. Уже видно, начинает проводочку дерубанить потихонечку. Какие тут реально они не жили? Где ты училище или какая-то спецшкола? Есть же школа, где ты параллельно, знаешь, в рабочие дни учится, а на выходные только домой. Ну, может быть. Ну, может быть, я знаю. Интернат, типа? Далеко от дома, рядом школы нету. Подожди, тебя не слышно будет, ты так далеко убежал. Я говорю, раньше было так. Ты же не купил петличку. Что если школа далеко от дома, то есть где-то за городом, то всю неделю были, учились и жили в школе, а домой приезжали только на выходные. Блин, нифига она большая. По размерам, да. Так, а мы тут проходили, не? Нет. Э? Нет, мы тут точно не проходили. Ну, проходи. Тут и город. Нет, мертвый. Ты что, печок? Были мы тут уже? Не были. А, на мозгам хана. Thank you.